Всем привет! Называется «Полетали». Яша не вписалась в дверь и стукнулась восковицей. У нее пошла кровь, и вот тут выпали немножко перья. За 3 года полетов я ее замотала. Ей не очень нравится, что я обрабатываю. Вот. Это впервые за 3 года она так не вписалась, а все потому, что вот этот поющий товарищ наверху ее подсек в полете. Короче, он ее подрезал, и она резко сменила курс. Это было настолько близко к обналичке, да, дверной, что она, в общем, немножко не рассчитала и ударилась. У нее выступила кровь. Манифаций поет, как ни в чем не бывало. А вот ясеньку я немножко обработала хлоргексидином. И сейчас пущу ее в клетку. Вот мы, в принципе, практически долетали. Но я не стала продолжать, потому что вроде так она не сильно приложилась. Но зачем? Пусть немножко посидит в спокойствии. Да, ясечка? Вот этот товарищ, скажи, он сделал неправильно. Нарушил правила полета. Так что бывает и такое, но я же говорю, первый раз за все время. Теперь мы вот такие вот красноноса страшные. Я ее в полотенце завернула, поэтому вот у нее немножко такие перья взъерошенные. Да, ястика? Ей не очень понравилась вообще эта процедура обработки. Боня, ты уже и так натворил сегодня. Нельзя так делать. Вот, и яська у нас теперь вот такая вот красота раненая, да? Скажи, ну ничего, заживет.